Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик наклеен на двухсторонний скотч на мой тестовый объектив. Сейчас я его проверю в моей камере. Письмо с инструкциями я вам отправил. Фокусное расстояние запрограммировано 50 мм. Диафрагма, согласно таблице поправок, от 2 до 32. Но вы сможете, в принципе, перепрограммировать до 16 и просто вводить поправки. Одуванчик полностью рабочий. Подпилен в правильном месте, для того, чтобы он без проблем был установлен на ваш объектив. Калибр для наклейки одуванчика на ваш объектив не нужен. Клей, зубочистка для его нанесения. Ни в коем случае, как я говорю в инструкции, не наливайте клей из тюбика. Обезжирьте все поверхности, пускай просохнут перед установкой одуванчика. Также можете для начала наклеить на двухсторонний скотч. Маленький кусочек скотча я тоже вам дам в комплекте. Сейчас я упакую и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.